сейчас две минуты. Аллилуйя. Драгоценно, давайте присядем. Аллилуйя, раз заминочка была уже, поэтому давайте в святом присутствии сядем. Слава Господу Богу. Ну, вы понимаете, да? Особенно, может быть, кто, но не так давно или первый раз, что это не концерт, но на самом деле этим славим Господа. И вы меня вообще удивляете, удивляете с каждым днем. Аллилуйя. Но я только не говорю, что там Любава круто поет, но когда она стала свидетельствовать о том, что тут уже, смотри, какой прогресс, да? Федор пошел уже, а тут они... ячейки истолкования языков, короче, тут некоторые там до языков еще не дошли, тут уже истолкование языков, картины, видения. И я просто вообще думал, Господи, вот как все-таки, ну вот ускорение реально, о котором просто вот приходило пророческое слово, говорило, ускорение, ускорение, которое мы видим. То есть все ускоряется, аллилуйя, аминь. Это не только как машина времени там поет о том, что это годы летят стрелой, на самом деле заметили просто... Все, потому что по-быстрому все сворачивается. Господь потихонечку, аллилуйя, подводит все к тому, чтобы на самом деле исполнилась его окончательная воля на этой земле. Он все держит под контролем, все на пульсе. Аминь. Аминь. И вот как бы вот, ну, вот начиная вот с этого пророческого, о чем вот Любава говорила, о том, что вот истолкование и так далее. Сегодня я с пастором с одним разговаривал, он говорит, ну а как войти вот в эти вещи? Ну вот, допустим, это как вот, ну, принимать вот это пророческое, как вот двигаться в этом. И, как бы сказать, знаете, и с одной стороны все достаточно просто, аллилуйя. Надо быть внимательным. Внимательным к чему? Внимательным ко всему, что вокруг нас происходит. Потому что Римлянам 1 глава говорит о том, что через рассматривание творения вы знаете, что Бог... есть, и вы, говорит, будете безответны. С одной стороны, это нас приводит к тому, что, дорогие, Бог есть. Аминь. Бог есть, будь Аминь. Мудрым, будь умным. Почему? Потому что в одном из псалмов написано, это русский перевод, сказал дурак в сердце своем, что Бога нет. И все. Почему дурак? Потому что ты можешь быть умным, ты можешь быть мудрым на этой земле. Но если ты пропустил самое главное, Бога, который, понимаете, открывается через творение, через дерево, через солнце, даже через этот дом, ведь он откуда-то появился, из чего-то он был сделан. То есть все показывает на то, даже то, что ты большой дядки или большая тетка, короче, вот так появилась. Ты откуда был? Ты вообще там какой-то непонятный, какой-то, как там... яйцеклетка, сперматозоид был, и вдруг такой, это уже чудо, понимаете? То, что мы вообще здесь, на этой земле. И вот я пастору говорю там этому, я говорю, смотри, ты должен быть внимательным, должен быть чувствительным, к чему? А то, что происходит вот вокруг тебя. И вот я говорю, вот, вот пример, говорю, смотри, вот я говорю, просто вот обратил внимание на телефон, у меня раз загорелся, ну, циферблат, на циферблате, 7 марта, воскресенье. И вы знаете, меня как стрельнуло. Стрельнуло что? Сегодня у меня день рождения, 7 марта, и написано «воскресенье». И мне Господь начал говорить через эти вещи о том, что приходит воскресенье в твою жизнь. Аллилуйя. Аминь. То есть, понимаете, если вам непонятно, что это такое Евангелие, оно всего из трех слов. Смерть, погребение и воскресенье. И это циклами двигается в нашей жизни. Понимаете, мы умираем. Мы, нас, вот знаете, это все в нашей жизни может происходить. Нас могут топтать, нас могут убивать. Как будто, знаете, похоронили. Но мы как птица Феникс, мы просто не умираем. Аминь. Мы воскресаем. Вы понимаете, приходит момент, когда определенный цикл в твоей жизни, он отработан, он выработан, понимаете? Это как вот с народом Божьим, к примеру. Они там были в Египте определенное время, там 430 лет, да, они, по-моему, там были. И все, этот цикл закончился, и Господь поднимает Моисея и говорит, пора выходить в новый цикл, в новый сезон. А что это за новый цикл? Что это за новый сезон? И этот цикл обозначился 40-летием пустыни. Это тоже благословенное время пустыни, тогда, когда в пустыне Бог, аллилуйя. Неважно, что ты проходишь, аллилуйя, радость или печаль, понимаете, главное, чтобы с тобой был Бог. И закончился этот уровень 40-летний, и начался новый сезон. Понимаете, сезон воскресения в новое, какое? Обетованную землю, аминь. Поэтому, драгоценные, когда я на эти вещи смотрю, когда Господь мне проговаривает, неважно, через телефон, через проповедь, аллилуйя, через человека, или через какие-то еще там объекты или обстоятельства. Бум! Просто Дух Святой, обрати на это внимание. Я тебе даю это слово. Если до тебя не доходит так, я тебе открою во сне. Если не во сне, значит через какие-то другие вещи, понимаете? И я просто схватил эти моменты и думал, Господи, аллилуйя. Мне сегодня, значит, пишет один брат с Белова. И он говорит это,
слушай, говорит, поздравляю тебя с днем рождения. Он говорит, ты представь, говорит, у меня, говорит, дочь во Владивостоке, она тоже родилась 7 марта. И говорит, у нас, говорит, отношения, говорит, потеряны, говорит, из-за меня, но тоже вот он и в реабилитации был и так далее. Я говорю, слушай, говорю, я сегодня получила такое слово. 7 марта, воскресенье, короче. У тебя дочь родилась 7 марта. Я говорю, я чувствую это слово в вашу семью. В вашей семье, говорю, воскресенье. Восстановление отношений, или ты просто будешь смотреть, как Бог будет все делать, ты даже, ну, просто удивляться будешь, как Господь будет все восстанавливать. И что на самом деле мы должны с вами взять через эти слова? Мы должны взять то, что принимаешь ты это слово или не принимаешь. Вот ты сегодня принимаешь слово воскресенье в твою жизнь или не принимаешь? Принимаешь, что новый уровень начался в твоей жизни, новый сезон, новый цикл. Аминь. Тот, кто схватит, тот и пойдет. Тот, кто схватит, тот и войдет во все эти вещи, потому что Господь мне также проговорил сегодня. Вот Олег говорит, слушай, говорит, ну тебя там поздравили, подарки, говорит, слушай, говорит, позвони, говорит, ему, поблагодари, аллилуйя. Скажи спасибо. Я вдруг получаю такое слово, что все, кто участвует каким-то образом в моей жизни, аллилуйя, особенно 7 марта, воскресенье, аллилуйя, это слово не для меня только, это все слово для всех вас, аллилуйя. Аминь. Я сегодня начинал утро в краугольном камне, аллилуйя, церкви, аллилуйя, и просто вот благословение, я просто, ну не знаю, он Олег записывает, может быть это... Кто-то будет смотреть в воскресенье во имя Иисуса Христа. Начинается новый сезон пастора Андрея, аллилуйя. Аллилуйя, новая жизнь, аллилуйя. Тот, кто смотрит, и кто в прямом эфире, аллилуйя. Аминь. Или передаст кому-то другому, аллилуйя. Я провозглашаю воскресенье, новый сезон, новый уровень во имя Иисуса Христа. Только не успело собрание закончиться, пастор Федор говорит, все, высылаем за тобой машину, короче. Я там, говорит, шашлык приготовил, просто, говорит, тебя воруем и увозим, короче, аллилуйя. И мы приехали туда, тут Владимир звонит, короче, в 7 часов, потом на 8, и мы здесь, аллилуйя, потому что новый сезон, воскресенье, аллилуйя, ты помазан, ты благословлен во имя Иисуса Христа, 7 марта, ну завтра-то, какой день? 8 марта, аллилуйя, 8 марта, там кто бы что ни говорил, меня больше беспокоит цифра 8 тогда, аллилуйя, почему? Потому что в Исходе, вот в книге Исход, там был исход народа Божьего из Египта, раз мы говорим о новом сезоне, раз мы говорим о новом цикле, о воскресенье, это же, понимаете, вход в новый уровень, что произошло? Был исход. И многие из вас будут в этом исходе, аллилуйя, а лучше бы, чтобы все. Это исход в новый уровень, это новые песни, может быть, новые языки, новое служение, аллилуйя, новые связи во имя Иисуса. Вот все то, вот все области нашей жизни. И вот представьте себе, и что интересно вот с этой цифрой 8. Вот этот исход вообще, он Пасха. А Пасха наша, 1 Коринфянам 5:7, это говорит Иисус Христос, понимаете? Это не раз в год, это каждый день наша Пасха, Иисус Христос, ее кушали. То есть мы с вами кушаем Иисуса Христа через слово, через молитву, аллилуйя, через общение друг с другом, через любовь, через отношения. Аминь. Аминь. И вот смотрите, драгоценное, и вот после Пасхи сразу начинались 7 дней опресноков. Что такое опресноки? Опресники, это, понимаете, когда они ели вот это, ну, скажем, все пресное, чтобы ничего не было брожённого, да, вот, бродильного в доме, то есть, ну, и бурды, ни вина, ничего остального, да, вот так скажем, что-то такое для нас, вот, практически, это то, что мы с вами, вот мы, вот, так, вот как мы здесь появились, мы не просто так появились, потому что мы с вами реально бухали, реально кололись, реально обдолбленные ходили, то есть жили, казалось бы, на всю катушку, делали, что хотели. Думали, что делали, что хотели. Понимаете? Хочу курю. Не хочу курю. Не хочу курю. Курить не могу бросить. Хочу колюсь. Захотел не колоться. Не получается. Хочу отношения в семье вернуть. Не получается. Поэтому это не свобода была. Понимаете? И мы в конечном итоге, Бог говорит, дорогие, вы пережили встречу с Иисусом Христом. Аллилуйя. Теперь, говорит, в вашей жизни начинается праздник опресноков. Что такое праздник опресноков? Это значит быть пресным. То есть по-другому, дорогие мужики, быть импотентом для этого мира. Все. Аминь. У вас нет никаких других жен, кроме одной жены. Аминь. Аминь. У вас нет никаких других блудилищных вещей с дьяволом. У вас только Аминь. Есть любовь с Господом. Аминь. То есть по-другому, мы пресные к этому миру, но мы сочные по отношению к кому? К Иисусу Христу. И это было 7 дней. Что такое 7? 7 марта, дорогие, это полнота. Это полнота, это того, когда как пресс.
прививка. Для меня это как прививка. Это вот ты день, второй, третий, четвертый, и вдруг через 7 дней ты понимаешь, слушай, могу не курить, могу не пить, могу не колоться. Почему? Бог тебе прививку вставил. Какой? С собою вставил, в тебя вошел, с тобой жить начал. Он говорит, посмотри, грех, он тебя тянет, он тебя хочет угробить, дьявол тебя хочет растоптать, просто размазать, для того, чтобы ты не только жил нормально на этой земле, но чтобы ты в ад попал и никогда там головы свои не поднимал. А в Откровениях написано о том, что еще и ад брошен будет в озеро Огненное. Это, понимаете, вечная жизнь вот в этой, как говорится, на этой, это помойка, это мягко сказано. Это просто ужас. Там написано, вот скрежет зубов. Но мы не обращаем на это внимания с какой стороны. Потому что Бог, Он не хочет вести нас только страхом. Он говорит, да при чем здесь это? Говорит, страх и так далее. Я же, говорит, хочу любовь свою показать. И понимаете, и вместе вот с этими семи днями плюс один день Пасха, получалось 8 дней. Вот это и был. Пасха – это начало праздника опресноков. Это 8 дней. И поэтому пророки, они говорят, что число 8 – это новое начало, дорогие. 8 марта – это новое начало, аллилуйя. Вот так, прям быстро, ускоренно для вас слово. И вот понимаете, что вот мы когда смотрим, а 8 марта у нас с кем и с чем ассоциируется? Ну, конечно же, самым благословенным, красивым полом, аминь, аллилуйя. Ну не этим полом, аллилуйя. Женским полом. Жизнь, ну как без них прожить, да? А ну скажи-ка жизнь, без них-то мы куда? Там под сколько песен, я готов целовать песок. Ну пока не женился. По которому ты ходила, женился уже там как-то по-другому. Уже аллилуйя, там больше как бы на полу, в других отношениях, да, все. Так вот, смотрите, и получается что? Почему-то вспоминается сразу. Мария Магдалина, аллилуйя, которая, знаете, кто видел самый-самый первый Иисуса Христа после его воскресения? Мария Магдалина. Мария увидела, понимаете? И каким образом она увидела? Она, понимаете, она говорит, где? Где мой Иисус? Где мой возлюбленный? Где мой жених? Где он? Говорит, она не отстала. То есть мы мужики, как бы, знаете, вот я всегда мужиков нас сравниваю, как с алюминиевой кружкой. Вот нас вот так вот закинь, она и так далее. А женщина-то хрупкий сосуд, понимаете, там чуть-чуть и треснула. Ну, может кто-то сказать, ну-ну. Немощный. Там такой. Ну, Библия говорит, немощный. Вот смотрите, дорогие. И у меня, знаете, вот как бы 3 уровня таких нарисовалось. Первый уровень. Когда мы приходим ко Христу, мы, значит, приходим к Иисусу Христу, и вдруг, как бы сказать, ты не получил что-то. Ну, в церквях обычно бывает такое. Ну, к примеру, исцеление не получил, финансовых каких-то вещей не получил, и ты как бы знаешь, ну и что вам эта церковь? То есть для тебя Бог как очередная, как бы знаете, но... Ну, как бы сказать, я не знаю, там идол, который раньше у тебя был в мире. Но ты пришел к Иисусу Христу ради Христа, а не для того, чтобы только получить, понимаете, от Него. Ну, иначе как-то нечестно будет, понимаете. Либо ты Его любишь, либо Его нет. И некоторые посмотрели, а, говорит, ничего не получили. Они даже, они в первый день хотели все получить. А там что, долги будут погашены? А вы там за меня заплатите? А это исцеление, что вот у меня, допустим, это... Голова исцелилась, и что-то нога не исцелилась. Ну, что такие, такие неблагодарные уши. Помните, там 10 прокаженных, если нам в Библии написано, да, было. 10 сразу получили исцеление, один вернулся, Иисус Христос сказал, а где остальные-то 9? А почему, говорит, они мне не пришли благодарность сказать, они так и не въехали. Что самое главное, это не исцеление, самое главное, вечная жизнь, самое главное, Иисус, аллилуйя. Потому что там проблем не будет, понимаете, там у всех руки, ноги будут и так далее. Вот какой момент. Так вот получается, знаете, я вот называю первый уровень, когда мы приходим ко Христу, люди не получили. И Иоанна не помнит. Что хоть ты 5000 в церковь, хоть 10 человек в церковь, они пришли, а Иисуса нету. Они развернулись и ушли. А вот третий уровень, это Мария. И она первая встретила не только ангелов. Ее даже ангелы не устраивали. Сегодня, мы знаете, сегодня дурдом такой пошел. О, я вижу ангелов это. Я как-то вышел из... Давид получил. Он говорит, я всегда видел перед собой
Господа моего Иисуса Христа. И поэтому нас, знаете, хотят как-то удивить ангелами, еще какими-то вещами. Ты удиви меня Иисусом Христом. Аминь. Ты удиви меня отношениями с Ним, для того, чтобы я возревновал. И как Петр говорил, а ты что, совсем что ли оборзел? Только ты что ли на груди Иисуса Христа? Я тоже хочу, аллилуйя. И вот она дождалась Иисуса Христа, аллилуйя. И получила награду. Аминь. Аллилуйя. Дорогие, у меня есть сегодня такое желание. И вот многие из вас не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот сказали бы, Иисус, приди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. Или все вот примирились с Иисусом Христом. Пока не понимаете, да, о чем я говорю? Ну хорошо. Аллилуйя. Для меня был бы самый чудесный подарок, потому что самый благословенный подарок для Иисуса Христа, это когда грешник, он кается, он говорит, прости меня за все. Господь, я хочу изменить свою жизнь и пойти за Тобой, аллилуйя, и исполнить волю Твою, потому что мы на этой земле для того, чтобы исполнить волю Его. Аллилуйя. Поэтому, драгоценное, вот номер один. Для вас, для многих, не для многих, для всех, вы стоите на старте перед новым уровнем. Вы стоите на старте перед новым сезоном. Вы стоите на старте изменения. И это изменение может начаться прямо сейчас, если ты Господу скажешь «Да, аллилуйя». И тогда в твою жизнь придет вот это воскресение, аллилуйя. Из твоих могил, из твоих проблем, из всего того, что угнетало тебя. Поэтому сегодня есть благословенный вечер и благословенный шанс от Господа. Вот. Я как бы не то, что хотел сейчас прямо, но аллилуйя. Аллилуйя, а есть кто-то еще, кто хотел бы помолиться, говорит, ты не хочешь? Иди сюда, у тебя сегодня шанс. А кто приехал только, давайте тогда сюда выходите, дорогие. Просто я думаю, что вы не совсем понимаете меня. Да? Дело в том, что, дорогие, это же ответ. Это ответ. Это, понимаете, драгоценный. Вот он всемогущий, вседержитель, который сотворил небо и землю, понимаете? Это тот, который сына своего отдал. Это знаете, если ты думаешь, что ты какой-то, но особо такой мощный, мужественный, крутой и так далее. Где? Дорогой. Иди. Олегу. Аллилуйя. Хорошо. Сейчас пастор Федор еще выйдет. И для вас еще будет один, ну, такой шанс именно вечером, да, в этот вечер благословенный. Отдать свою жизнь Иисусу Христу. Почему? Потому что, знаете, мы как-то христианство путаем с такой какой-то религией, ну, такой мягкотелой. Одну щеку подставь, да, после другой. Там у нас один боксер есть, этот рукопашник в Рязани. Не хотелось бы шутить. Он говорит, ну, два раза, говорит, это, говорит. Я, говорит, подставил, а третий раз ничего не написано. И это, ну, слава Господу Богу. Но не об этом речь. Знаете, дорогие, это очень радикальная вера, потому что, знаете, она несет любовь. И Господь своей любовью, Он просто ворвался в этот мир. И Он, знаете, не спросил ни тебя, ни меня. И ты можешь сказать, да, ну, я там не просил, а Он тебя и не спрашивал. Он просто умер за тебя, потому что знает, либо ты, ну не сегодня, так завтра, а если не завтра, то, может быть, вообще потеряешься. О чем я говорю? Потому что ад — это не шутки. Вот такое. Я не хотел бы с этого начинать, понимаете? Потому что мы много чего видели. Всего. И другие что-то видели. И сегодня Федор еще засвидетельствует, аллилуйя. Поэтому, как сказать, аллилуйя. Лучше бы нам не выпендриваться. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. Поэтому, ну, драгоценные, тогда слава Господу Богу. Что тогда? Помолимся. Аллилуйя. Аминь. И, наверное, вам рассказывали, братья, сестры, аллилуйя, то, что есть две вещи для того, чтобы принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Сердцем веруют, что Он есть, аминь. И устами исповедовать Его своим Господом и Спасителем. Римлянам 10 глава, на чем вы будете стоять всю вашу жизнь. Потому что когда придет к вам дьявол и скажет, сколько перепугу ты понял, что ты спасен, а ты под защитой Бога. А потому что я согласна Святого Писания, которое Слово Божие, я верю,
в Бога, аллилуйя. Я верю в Его слова, которые Он сказал, что я спасен. Меня ночью подними, я скажу спасен, скажет, с какого перепуга? А вот с того, что Слово Божие говорит, что я спасен, потому что я верю в Него. И я устами исповедовал своим Господом и Спасителем. Почему? Потому что сердцем веруют в праведность, а устами исповедуют. Да спасибо. Поэтому мы вызываем и говорим, пусть это будет услышано перед людьми, пусть это слышат небеса и пусть слышат преисподняя. До свидания. Я там больше не буду. Я ухожу. Дьявол пошел вон во имя Иисуса Аминь. Христа. Аминь. Аллилуйя. А что такое праведность? А праведность это вообще-то просто бомба, как Любава пела и говорила о том, один раз попросил прощения, и ты вошел в Царство Божие. Аминь. Понимаете? Потом ты просто просишь прощения за какие-то косяки, которые в течение жизни они бывают. Но дело в том, что ты попал куда? То есть ты косячил, ты грешил, ты был достоин ада. И Иисус Христос, Он что сделал? Он говорит, я пришел, умер. Дьявол говорит, это мои люди. Я их зацепил, я их поймал. А Иисус говорит, а я заплатил за них. Поэтому отдыхай, сатана. Аминь. 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 Потому что, скажем, Отец Небесный. Повторите за мной. Отец Небесный. Я благодарю тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер за меня, за все мои грехи и за все мои ошибки. И я прошу тебя, Иисус Христос, войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. Благодарю тебя за прощение Твое, за любовь Твою. Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это первый шаг на то, чтобы двигаться с Господом. Почему? Потому что, вот вы понимаете, вот сейчас начну читать Библию, вы увидите, вот из-за того, что вы это произнесли, вы пригласили, потому что он говорит, я стою и стучу в откровениях написано. И кто отворит мне дверь, тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной. А что такое отворить? А это сказать, заходи, Господь. Они все сказали, заходи. А кто не сказал, заходи, к тому Господь, он не сможет прийти. Потому что дьявол, он приходит, он, понимаете, нас не спрашивает, выламывает дверь и заходит. А мы ничего не можем. Почему? Потому что мы принадлежим дьяволу. А сейчас мы принадлежим... Yes. Он сказал, вы стали храмом Духа Святого. Аминь. И тот, кто, говорит, разрушит этот храм, тот будет иметь, говорит, дело со мной. И книга Захария, она говорит, тот, кто коснется моего дитя, это равносильно тому, кто коснется зеницы ока моего. Я раз такую картину себе нарисовал, думал, Господи, ну как ты рисовал? Дух Святой нарисовал. Это представьте себе, это кто-то приходит и в глаз Богу. И я, знаете, что увидел? Просто вот когда тебе в глаз ткнуть, у тебя какая реакция? Ну, как минимум, у меня, наверное, вот так будет. И, это ж не я, это Бог вот так просто сделает. И треть ангелов, короче, с неба просто она улетела, один пух остался. Я благословляю вас. Дорогие. Аллилуйя! Слава Богу, это чудесный день. Знаете, 20 лет назад спасся. Я пришел в церковь, пастор Ярослава, правда, его тогда не было на служении, была его жена. Олег был вообще, он под стол еще ходил тогда, лет 10 или 9, да. И знаете, такое чудо произошло, то есть, ну, я был, конечно, наркозависимый больше 10 лет, да, то есть, и вот после того момента, я вам серьезно говорю, я больше ни разу не укололся, не выпил, понимаете, то есть, стал совершенно другим человеком. Аллилуйя. И это, понимаете, это мои хорошие.